А сейчас мы перейдем от мозга к мышцам. Ты хочешь? Я знаю, что ты худеешь сейчас к лету. Каждый раз, когда разговор заходит о мышцах, у Андрея Грибова, как у обладателя отсутствия полного мышц, сразу же меняется так, интонация. Не полного отсутствия, так не надо вот. Пару кубиков фантомных пресса у меня присутствует вообще. В общем, каким образом привести свое тело к лету в форме в домашних условиях, нам расскажет фитнес-тренер, чемпионка мира по фитнес-бикини Алина Малыхина. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Можете убедиться, что человек точно знает, как привести себя в порядок к лету, в отличие от нас. Кстати, мы, мне кажется, в очень правильной атмосфере сейчас находимся. Сидим на диванах, максимально по-домашнему. Да. Ты вот сидишь, да, давайте представим. Вот сидишь, смотришь такой вот сейчас телевизор, и вот видишь нашу беседу, и, значит, мы должны вот нашим, вот вам, дорогой телезритель, объяснить, почему дома заниматься так круто спортом. Это вообще, правильно заниматься дома спортом, это дает какие-то результаты? Вот вы, как профессиональный спортсмен, можете ответить нам на этот вопрос? Домашние тренировки, безусловно, могут дать результат. И любая физическая активность, это в любом случае всегда лучше, чем ее отсутствие. Поэтому домашние тренировки, безусловно, имеют место быть. И есть большое количество людей, которые имеют достаточно хороший результат, занимаясь только домашними тренировками. Достаточно хороший результат – это какой? Как измеряется хорошесть результата? Ну, это же вообще такая достаточно относительная величина, да, то есть мы имеем разные исходные данные, у кого-то, допустим, есть лишний вес, у кого-то, наоборот, хочется добрать мышечной массы, поэтому результат тут величина относительная, для каждого он свой, для кого-то потеря пары килограмм – это уже очень хорошо. А у кого-то масштаб, конечно, бывает и побольше. Поэтому здесь однозначно сказать нельзя. Это такое относительное. Вот смотрите, когда мы приходим в спортзал, там огромное многообразие разного спортинвентаря, да. Мы можем... Хочешь гантели? На! Тебе любые, на любой вкус и вес. Хочешь тебе и гриф, и разные станки. Делай на каждую группу мышц разные упражнения. А дома какой инвентарь использовать? Нужно ли что-то докупать домой? Или достаточно, я не знаю, от пола отжиматься? Для того, чтобы разнообразить, так скажем, тренировочный процесс в домашних условиях, в целом будет достаточно коврика, набора фитнес-резинок, небольшие гантельки и, например, амортизаторы. Это резинка, у которой есть еще рукояти. То есть... Еще есть такой инвентарь, как петли TRX. Это подвесное оборудование. Если дома есть перекладина, это две такие петли, которые могут заменить большое количество тренажеров. Просто упражнения будут выполняться с собственным весом, без отягощений. Но опять же, если есть гантельки, особенно сборные, знаете, продаются небольшой гриф, и разного веса блинчики можно навешивать, можно вообще делать абсолютно полноценные тренировки, не выходя из дома. Вот сколько нужно заниматься, чтобы получить, я не знаю, кубики пресса? Вот мой любимый вопрос. Давайте честно, он больше всего волнует. Но какой смысл заниматься спортом, если нету кубиков пресса? Пляжный сезон впереди. Ну, чтобы вот эти вот косые мышцы пресса, знаешь? Смотри, косые мышцы пресса появляются у мужчины в двух случаях. Либо в случаях кубиков, либо в случае одного единственного шарика. Тогда тоже появляются вот эти штуки. Такое подобие. Я, похоже, исключение исправил, потому что у меня как такового и шарика-то нету, и кубиков нету, а косые мышцы, какие-никакие проглядываются. Вот, как развить рельеф в этой зоне? Если без шуток, то, опять же, разные исходные данные. У одного на это может уйти буквально пару недель, если человек в хорошей физической форме, он за пару недель может добиться такого результата. У кого-то на это уйдет, например, 6 месяцев, да? Но мы же говорим о разных кондициях физической формы людей, поэтому тоже такое. Давайте я вам свою кондицию продемонстрирую. Вот у меня сколько уйдет времени на кубики? В условиях домашних тренировок? Да.
Ну, буду честной, много. Но здесь все зависит на самом деле от вашего питания. Буду гордиться своим шариком. Значит. Нет, подожди. Вы на меня только не обижайтесь, пожалуйста. Подожди, мой друг. Алина у нас в гостях не просто так. Она как раз для того, чтобы твой шарик исчез, сдулся. Алин, вот скажите, пожалуйста, Слава даже готов продемонстрировать, что сейчас вот ему можно сделать, какое упражнение, чтобы начать качать пресс? Я поняла вас. Дело не в каком-то конкретном упражнении, а в физической активности в целом. То есть принцип очень простой. Я сейчас думаю, ни для кого Америку не открою, что если мы хотим избавиться от лишнего веса, либо от лишних объемов, нам нужно тратить калории больше, чем мы потребляем. Соответственно, мы урезаем свой ежедневный рацион и добавляем физической активности, то есть речь не о каком-то волшебном одном там упражнении, которое я 1000 раз выполню, и вот они мои кубики. Нет, это так не работает. Нужно работать над всем телом в целом и просто контролировать свое питание. Как сказал в свое время Брюс Ли, я боюсь не того человека, который знает 10 тысяч ударов, я боюсь того человека, который повторяет один и тот же удар 10 тысяч раз. По поводу вот одного какого-то золотого упражнения, которое нужно повторять много раз. Есть ли какой-то такой золотой стандарт для пресса, чтобы вот прям вот именно вот это упражнение самое эффективное? Смотрите, просто по анатомии мышцы пресса у нас работают на скручивание. Поэтому самые классические скручивания лежа на полу, на коврике, это самое эффективное упражнение. А как же планка? А подожди, а как же вот эти вот тренажеры, которые ты лепишь сюда, и они тебя током как бы бьют, и ты вроде как сокращаешь вот эти, в магазине на диване подают? Это все маркетинговые уловки, конечно, я думаю, что большинство это понимает, типа для ленивых, да? Вы устали там в тренажерном зале пахать, вы устали кушать, пожалуйста, наденьте, и все будет. Но это, конечно, абсурд. Это так не работает. Если бы все было так просто, все вокруг ходили бы с кубиками пресса. Я бы заказал просто. Так, Алин, последний вопрос. Давайте такую короткую выжимку дадим совет нашим телезрителям. До лета осталось буквально неделя. Пару советов, что нужно сделать вот сейчас, чтобы тело подготовить к пляжному сезону. Во-первых, всем всегда рекомендую начать с того, чтобы контролировать количество выпитой воды. Обязательно пьем от 2 до 2,5 литров чистой воды в день. Я рекомендую засекать, потому что чаще всего, когда я людям об этом говорю, они мне говорят: ой, да я выпиваю. А когда мы начинаем следить, ну я говорю о тех, с кем я работаю непосредственно у себя, мы понимаем, что они литр еле выпивают, поэтому 2,5 литра воды в день. Исключить сладкое, исключить мучное, потому что действительно все начинается с питания. И увеличить физическую нагрузку, какой бы она ни была. То есть дома зарядка буквально 10-15-минутная, пешие прогулки, лифт заменяем на лестницу и просто в целом больше двигаемся. Вот, здорово, друзья. Теперь вы знаете, как подготовить свое тело и выглядеть как Аполлон на летних пляжах Красноярска и вообще любых курортах, куда бы вы ни отправились. В этом нам помогла фитнес-тренер, чемпионка мира по фитнес-бикини Алина Малыхина. Спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию и раскрыли эти все тайны.